Незаконной охотой промышляли жители области. В салоне двух авто они везли мясо косули. Были также изъяты охотничьи ружья. BMW и Toyota Land Cruiser остановили на автодороге Бурлин-Аксай-Жимбиты. В салоне авто находился целый арсенал. Это гладкоствольное охотничье ружье и карабин с патроном в канале ствола. Карабин «Тигр», 37 мелкокалиберных патронов. Также у браконьеров были обнаружены пакеты с мясом косули. По данному факту отделом полиции Бурлинского района начато досудебное расследование по статье «Незаконная охота».